17 октября студенты Института филологии и журналистики Университета Лобачевского, изучающие сербский язык во главе с представителями Сербского центра университета, были награждены эмоциями и впечатлениями 9-го международного театрального фестиваля имени Горького. В его рамках на сцене академической драмы был показан спектакль «Власть тьмы» Национального театра города Белграда. Эта пьеса была переведена на сербский и поставлена на сцене еще в 1904 году. Сегодня полтора часа высочайших эмоций мы получили от артистов, работающих под руководством режиссера Игоря Вука Торбицы. Я знаю! Не, овай! Ой, что ты сейчас речи, то никто не знает. Слушай, не потребно, Тичу. Люди за цю рубите. Все хочет речи, что я на 100 кучах и скинь. Глаши! Пьеса «Власть тьмы» написана Толстым в 1886. Первые 9 лет была запрещена к постановке в России. Затем спектакли с подзаголовком «Коготок увяз всей птички пропасть» стали греметь не только на российских подмостках, но и на сценах Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Голландии. Почему? Быть может, шуточный стишок Владимира Гелеровского по поводу этой пьесы относится не только к нашей стране. В России две напасти. Внизу – власть тьмы, а наверху – тьма власти. Приятно, да видим дивную игру глумца народного позорища из Белграда. И хвала вам за позитивные эмоции, и хвала вам лепо за све и за ову прилику, да видим вас овде. Студенты, которые изучают сербский язык, должны обязательно побывать в языковой среде. А когда вот эта языковая среда еще и творческая, конечно, в этом очень большой смысл. Студентам очень понравилось, и удивительно и для меня тоже, что студенты, которые только начали изучать сербский язык, абсолютно все понимали, и даже без титров, потому что игра актеров была великолепной.